Легендарный маэстро, руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко на этой неделе принимает поздравления. Народному артисту России исполнилось 78 лет. Именинника поздравил и Владимир Евланов. Он вручил Виктору Гавриловичу цветы, поздравительную грамоту, именные наручные часы. Встреча прошла в домашней обстановке. В гостях у маэстро глава города поблагодарил знаменитого композитора за его неоценимый вклад в культуру Кубани и всей России. Кубанский казачий хор, гордость Кубани, гордость нашего города. Вот. Тот прославленный коллектив, который знают все, не только в России, но и далеко за пределами России. Я рад, что вот у нас есть в городе вы, что есть такой прекрасный коллектив, которому мы желаем дальнейших успехов, творческих успехов и его руководителю. Но всего самого-самого доброго, что можно пожелать самому прекрасному человеку. Виктор Захарченко почти полвека руководит Кубанским казачьим хором. Он создатель более 600 произведений и тысяч обработок народных мелодий. С именем Захарченко связаны популярные краевые и всероссийские фольклорные фестивали, а прославленный на весь мир Кубанский казачий хор является культурным достоянием Кубани. Отмечу, что несмотря на преклонный возраст, Виктор Захарченко занимает активную гражданскую позицию и является доверенным лицом Владимира Путина.